я просто скучаю за мужем очень сильно. Ну, у нас там была другая жизнь, все было. Квартира, дача, машина, любимая работа, хобби. И в один день просто все это. Ну, каждая травинка, которую я люблю, ее просто разбомбили и все. Acesta este necazul tuturor refugiaților din Ucraina care au venit în Republica Moldova în căutarea unui adăpost. O parte din ei sunt cazați în centrele de plasament și hotelurile din Bălți, iar alții au găsit oameni cu suflet mare care i-au primit în casele lor și le oferă din puținul agonisit tot ce au mai bun. Am descoperit că din 4 ucraineni refugiați în Bălți, doar unul stă în aceste centre gratuite de plasament și 4 rămân acasă în familiile bălțenilor. Acest lucru este unul de mândrie. Am lansat un apel către bălțeni să ajute alți bălțeni. Bălțeni care au oferit gratis o parte din casa lor, apartamentul lor, pentru a caza familii de refugiați. Activista civică Arina Spătaru împreună cu mai mulți voluntari au reușit până acum să ajute aproape 30 de familii în care au fost adăpostiți refugiați. Le-au dat produse alimentare, igienice, perne, plăpumi, haine, încălțăminte și chiar electrocasnice. De exemplu, Marina Oslobanu, ea a zis așa: doamna Arina, dați-mi o familie și eu vă ajutau personal. Și iată, a cumpărat un pachet întreg, un cărucior întreg de produse și a dus unei familii de 9 persoane din Ucraina. O bună parte din aceste produse au fost trimise de cetățenii noștri din Marea Britanie. Noi am primit vinerea trecută, practic cu 2 mașini pline de produse. O parte am dus la centru de plasament școală profesională numărul 3. Natalia și Elena sunt 2 mame care au fost cazate împreună cu copiii lor într-un apartament din centrul orașului. Vizite поехали вообще, и слава богу, що ви там на границі була їда, волонтери організували. Мали приходил і брал кушати, ми кушали в машині, тому що 40 часов ми стояли в пробці. Що-то денег у нас немного, тому що коли ми їхали, я ще думала, може, говорить, недельку там полтори побудете там, чтобы не было здесь, чтобы на голову не это ничего не упало, говорит. Потом вернетесь. Я вот как приехала, штаны, колготы, куртка, то есть ничего мы не брали такого ничего. Fetița Elenei suferă de diabet zaharat, așa că are nevoie de medicamente, teste și un regim alimentar special. Наши 2 семьи здесь познакомились. Мы вот живем как одна семья. Да, большую благодарность хочу выразить Галине, которая нам помогает очень, предоставили нам жилье. Тепло, вода, ну, чайник, стиральная машина, микроволновка, все они нам предоставили. Мы обратились в гостиницу «Белц» за помощью. Нам дали средства гигиены, домашние закрутки мы там брали, мы любим томатный сок, вот ребенку я даю. În prezent, în centrele de plasament din oraș se află aproape 500 de refugiați. Pe lângă ajutor material și un loc de somn, ucrainenii beneficiază și de servicii de consiliere psihologică. Большинство психологов нашего города, мы приходим сюда на добровольных началах, чтобы проводить время с детьми и помогать их родителям, как сюда пришли, для того, чтобы, так как люди попали в такие тяжелые жизненные обстоятельства, и у многих могут быть такие проявления, мы называем это, вот особенно военные действия, посттравматический синдром, еще который может надолго остаться с человеком, вот этот страх, ужас. Хотя вот дети тоже рассказывают, говорят, что там стреляли, мы видели, мы бежали. Din 24 februarie, de când a început războiul în Ucraina, în Republica Moldova au intrat 270.000 de refugiați. Pe teritoriul țării noastre au rămas peste 100.000 de ucraineni. Нас встретил один мужчина, вообще нам чужой, но он нас принял к себе на эти 2 дня. Сейчас мы обустраиваемся сюда, потому что как бы там своя семья. Сейчас как раз решается вопрос по поводу поселения. Позже сказали, что я могу спуститься вниз, обратиться по поводу помощи для ребенка, так как ребенку 1 год и 6 месяцев, нужны памперсы. К сожалению, когда уезжали, то, что на ней одето, это единственная одежда. Приехали, ну вот, тетя, мама, сестра и брат. Всем рады, благодарны всем людям, как бы нас тут кормят. Вот, очень благодарны всем.
Вот. Надеемся, что скоро эта ситуация закончится, мы вернемся домой, очень хотим домой. Potrivit Organizației Națiunilor Unite, deja 2,5 milioane de persoane au părăsit Ucraina din cauza războiului ruso-ucrainean. În același timp, datele UNICEF arată că 1 milion dintre refugiați sunt copii.